Все, все, можете хлеб мотать. Ага. Чё? С маслом это не будет. Ну, морковку макни. Ага. Говно какое-то получится. Что там? Кабачки. Сегодня будет вкусное блюдо, жареные огурцы. А? Угу. Жареные огурцы, вы что, издеваетесь? А что, ни разу не ела? Я тоже не ел. Вот и попробуем. Не, он сказал, только у него два доширака. Ой, ротовый. Короче, у него как бы. Тихушники спрятались от всех, чтобы никто не видел. И ролтон жуют. И сосиски еще. Да нет, так оставь, оно там уже все. Скажите им, они меня в воду хотят скинуть. Сама она просила, значит. Ну, нет, я ничего не пришла. Приятного аппетита. Спасибо. Пока ребеня купается, достал свой автонаборчик. Это вот коробушка такая мэховская со снасточками станаговскими. Здесь у меня сразу на это вот здесь поводочки с крючками. Ну, в принципе, на рыбалку хватит. Если что, можно поменять. Тут, в принципе, не проблема. Такая коробушка. Вот вы все уже знаете. Здесь у меня бабушки для вот этой удочки. Танага не стал сегодня что-то брать. Тарелочка вон. И набор глютенов. Это которые особо париться не надо. Просто достаешь пакетик, отрезаешь, высыпаешь в тарелку, потом вот так воды набираешь по рисочку. Заливаешь, мешаешь. Ну, сейчас, может, покажу. Сейчас посмотрю, какой. Этот с ванилином, с запахом. Не знаю, пятерочку, может. А может, на зуре глютен. Вот этот хорошо работает. Я его как-то показывал уже на рыбалке. Ну, посмотрим, как оно получится. Правда, там, наверное, всю рыбу ребятня уже распугала. Ну, где-нибудь найдем местечко. Что, попробуем рыбу половить, с воды много. Я сапоги не взял. Сейчас посмотрим. Есть тут кто-нибудь, нет. Пару пескарей там уж поймаю. Разведу пятерочку, посмотрим. Сейчас вечером доловлю.
Вот так примерно. Так, это в карман, потом костер. Сейчас все пискари мои. Там место хорошее, но я не дойду туда, что-то воды прибыло здорово. Вообще туда повыше можно попробовать. Крючочки у меня здесь. Третий номер сейчас. Танаговские. А вдруг кто-нибудь клюнет. Надо где-то затишок искать. Здесь, походу, бесполезно ловить. Не, вон. Видно, рыбешки сразу подплывают. Ах ты! Только падает сразу. То или ельцы, то ли уклейка. Угу. Клевать пытается. Ах ты! Хорошая была рыбка-то. Плотвичка. Вот там то ли плотвичка хорошая была, то ли елец хороший. Прям только сопротивлялся. О, все. Сожрали. Ух ты! Плотвичка. Да. Это пожирнее было. Сейчас туда попробую. Бабушками в проводку. Опа. Плотвичка. Бежит. Да, не на таком течении. На такое тесто ловить. Опа. Это уклейка. Чем больше колобок, тем меньше рыба. Надо искать затишок. На течение это баловство так ловить. Все равно поклевывает. О-о-о-о. Багрила. Надо так оставить, может, щукам клюнет. Уклейки. В принципе, на танага, если сесть, можно уклеек надрыгать. А где плотва? Смотришь, что? Баловство это. Красно загорелось. Значит, снимается. Это съемка. Да. Подавилась. Настя, вкусно. Подавилась. Да, ничего не случилось. Очень. Нет. А, бекон весь разошелся. Одну. Дима несколько пожарил. Одну, да. Жарим бекончик вот так. Вот. Он один уже готов. Вот. Держи, Кира, блин. Пойдем, осталось.
сейчас уже домой идем. Пошли. Нет. Скоро домой уже идем. Через час. Мы весь этот использовали газ, да, у вас? Еще надо. Все, больше не полез. Мы карабины забыли. Да. А, карабины забрать надо у нас там. Все, погнали. Да, да. Нет, гельку сейчас напою. Пересолю маленько. Ну ничего. Я не тебе, вода вообще теплая. Сборка палаток. Ура, не смогу ломать. Ну извини, ты как могла. А, бестолковая, честно, не знаю.